Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Сегодня я в кокошнике, потому что мы готовим самое русское блюдо, и это будет каша. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому рецепту. Каша называется «Дружба». Вы наверняка ели такую в детском садике или дома, когда были маленькие. Такая каша готовится обычно из двух круп. Чаще всего это рисовая крупа и пшеная крупа. Можно взять классические крупы, но я беру хлопья. Здесь у меня рисовые хлопья, а здесь пшеные. Просто потому, что они намного быстрее готовятся. Рисовые и пшеные крупы нужно взять примерно поровну. Я взяла 100 грамм рисовой и 100 грамм пшеной. Еще нам понадобится 150 миллилитров воды и 150 миллилитров молока. То есть жидкости должно быть немножко больше, чем крупы. Еще в готовую кашу мы обязательно добавим сливочное масло, потому что, как гласит русская поговорка, кашу маслом не испортишь, не будем ей перечить. Ну и, конечно, готовую кашу мы посластим сахарочком. Берем кастрюлю, наливаем в нее воду, молоко и ставим на плиту. Ставим кастрюлю на средний огонь и ждем, когда жидкость закипит. Молоко у нас закипело, теперь мы добавляем нашу крупу. Сначала насыпаем пшено, и потом насыпаем рис. Варим кашу по инструкции на упаковке. Если вы используете обычную крупу, то варить ее нужно примерно минут 15-20. Так как я готовлю кашу из хлопьев, их нужно варить всего 3 минуты. Когда необходимое количество времени пройдет, мы выключаем плиту и обязательно накрываем кастрюлю крышкой. Даем каше постоять примерно 5 минут. Теперь мы перекладываем нашу готовую кашу в тарелочку. Добавляем сливочное масло и посыпаем сахаром. Это очень вкусно. Моя любимая каша из детства.